Так, нужно немного подтолкать нашу машину и успеть в нее сесть. О, нет! Вау! Всем привет, ребята! Что ж, давайте поедем на тачке! Так, только нужно было ее как-то подвинуть. И она совсем не хочет двигаться! Вау! Вот это мы тут сами можем добираться. Эй, как бы сюда еще залезть? Нужно сюда установить какой-то ящик. Лучше нам было построить вот такую вот лестницу, по которой мы будем забираться. Есть, ого, тут завод какой. И луна светит. Вот это да. Так, сейчас мы тут разгонимся и посмотрим, что у нас там такого интересного на этом уровне. Тик-тик-тик. Ключик. Эй, нужно дверь как-то открывать. Ну уже давай. Отлично. Перелазим. И теперь наверх. Что? Кто это? Босс, а там пила у него. А! Ай-яй-яй, пила, пила, пила. Босс вместе с пилой на луне. Да вы что здесь забыли? Нет! Так дело не пойдет. Тачка, тачка, ну-ка укатывайся, ты мне тут не нужна. Так, забираемся по нашему мосту вот такому. Оп, неплохо, неплохо. Тикс, тикс, тикс. Все. И раз. Что это тут? Не получается. Ай, запрыгивай. Куда это мы шариком спускаемся? Ой, нет, перевернулись, и тачка наша упала. Вау, сколько звезд, а что же здесь делает тачка на этом уровне? Пока непонятно. Так, квадрат. Пока что один. Ай, ой-ой-ой-ой, ну-ка. На тебе! Ха-ха-ха! Этого мы победили. Еще одна тачка. О, смотрите, как она раскидывает этих квадратов просто во все стороны. Разбрасывает их. Экс. Нет, 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 нет. Вы меня тут зажать хотите? Оп. Оп. Так, а это что? Ох, вы... Ну хорошо, я сейчас возьму еще девочку. Так, вот мы теперь вдвоем сейчас и покатимся. Тик. Ну что, квадраты, нападать я теперь со своей возлюбленной. Опа, ну как вам такое? Так, давай вдвоем. У-ху, смотри, как мы прижали этих квадратов, а их достаточно много. Так, 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 девушка пошла разбираться. Эй. Квадрат. А ну, получай. Отлично. Так-то уже лучше. Поехали. Ай, попали, попали по нашему шарику. Эй, бабах. Один готов. Девочка поехала. Так, сейчас мы вас спихнем отсюда. Неплохо. Тикс. Оп. Так, а где шар? А, вот он прискакал, а то мы его потеряли. Так, а что тут столько машин? Бэмс. Хорошо. Эй, пустите нас. Ну что, посмотрим, сколько квадратов будет теперь. Лунный квадрат. Нет, а что он делает на этом уровне сразу? Вот это уже загадка. И вон еще один. Я знаю, мы сейчас будем толпы квадрата сбивать. Итак, ну что, тогда сейчас мы будем проверять, что будет, если шар влетит в огромную толпу.
Так, нужно немного подтолкать нашу машину и успеть в нее сесть. Нет! Вау! Так, ну нужно же на машине ехать и проверять этот эксперимент. Так. Сейчас мы доберемся. Так, ну как у нас такое получилось? Почему мы только начали ехать и все, сразу выпали с этой тачки? Какая-то она странная получается. Нет! Вау, смотрите, как они отлетели. Вот эта машина там перелетела. Прикольно. Так, квадраты, я понимаю, что вас очень много. Но вы меня должны пустить. Эй! Почему они такие кочи? Ай, нужно убегать! Тут будет очень много машин! Полетели! Смотрите, что происходит! Куча тачек в эту кучу ворвалась! Нет, тут колеса позастревали! Так, а если на этот трамплин каких-то боссов запустить? Или миллион шариков! Что тут происходит? Нет, какое-то месиво. Так, ну так дело не пойдет. Мы, конечно, попробуем еще раз. Вау! Ого!